суток очередная бандероль с Китая. Это у нас шарики. Воздушные шарики, которые необходимо набирать воду. В общем, какие-то они водянистые, типа того. Маленькие вот такие. Сейчас попробую надуть. В общем, это не для воды, не для воздуха шарики, а для воды. Набирать водой и, наверное, бросать. Так. Дата у нас отправки 26 июня. И вот сколько получается. Чуть ли не полтора месяца добирались. Они сайт Gearbest. Стоимость этих шариков копейки, уже и не помню сколько платил за них. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заказываем. Количество штук уже и тоже не помню. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.